друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Сегодня я хочу снять видео такое небольшое про разделку такой рыбы, которая называется судак. Видите, он такой шершавый. Можно с него почистить чешую, но это довольно проблематично, и дома вся кухня будет в грязи. Рыбка, я их не очень люблю, но можно приготовить, очень вкусненько. Я хочу приготовить их на углях, но это видео будет чуть попозже. А сейчас покажу, как можем его разделать без костей, чтобы он был практически. Все легко и просто. И будет вкусно, если его потом поджарить. Поднимаем этот плавничок. И вот здесь вот есть такая пластинка, вот она. Под нее нож подводим. Раз. И под жабру. Сначала горло вот сюда. Раз. И вот сюда. Вот видите. С этой стороны делаем то же самое. Здесь. Вот она пластинка вот эта вот. Вот жаберная крышка и вот она пластинка. Под нее подводим нож. Оп. Она как кость. Очень крепкая. Поэтому гораздо проще сделать вот так. Раз. Все. Голову легко пациенту отделили. Затем скрываем брюхо. Вот эти плавники я бы отрезал. От них толку тут никакого. А мешает они здорово. Вот. Все. Внутренности убираем. Смотрите, друзья, все, вот здесь подчистили, да? Так, выкидывай. Оп. Там никакой уху я варить из них не буду. Просто запеку на углях. Так, теперь вот так вот поднимаем. И вот этот плавничок, чтобы вырезать, нам нужно сделать вот так. Разрезали. И оп, прорезаем до кожи. Ну, в зависимости от того, что вам нужно. Давайте сделаем на филе, покажу, как это сделать. Можно прорезать полностью. И режем до, пока нож не упрется в ребра. Есть, уперся. Переворачиваем. Спинку поднимаем. Вот, видите, ребра. И ведем прям по ребрам вниз. Видите, все просто. Теперь брюшко вывернем, вот эту вот часть на себя. Вот так вот руки взяли, чтобы не порезать лишнего. Готово. Переворачиваем. Опять делаем надрез. Сначала не глубокий, просто шкуру разрезать, он будет проще. По всей длине разрезали. Вот здесь напротив плавника анального нос втыкаем. Держим его вниз. Раз. Готово. Теперь имеет смысл перевернуть и вот этот плавник сразу удалить. Подрезать его. Хоп. Все. Теперь прорезаем уже мясо по спинке до ребер. Вы ножом их почувствуете. У него ребра жесткие, и вы там не ошибетесь. Все, теперь нужно срезать ребрышки. Опять брюшко подняли и оп, лысый остов остался, выкидываем. Все, дальше, если вам нужно чистое филе, брюшко срезаем
Так, друзья, ну а теперь, чтобы снять филе, все просто. Берем нож, подрезаем вот здесь. Чуть-чуть. Придерживаем пальцем. И нож держим вниз. Сильно не давите, вот так. Все легко. И нож стоит на месте, а тянем за шкуру рыбу. Оп. Нож без фанатизма, просто вот придерживаем его и все. А рыба сама пойдет. Оля, вуаля. Друзья, все очень просто. Видите? Получаем чистое филе. Можно на барбекю, как я хочу сделать. Можно что-нибудь еще придумать, шашлычки какие-то. Там можно просто в яйце обмакнуть и поджарить. А с брюшек уже надо снять точно так же, сделаем здесь небольшой надрез, чтобы просто зацепиться руками. И нож легонько придерживаем. Вот она еще, капля филе чистого есть. Небольшое видео, ну кому-то может быть будет полезно. Главное, нож не прижимайте прям вот, чтобы просто чуть-чуть, все само пойдет. Все, друзья, вот такое филе получается буквально за одну минуту. Ладно, все, на этом заканчиваю. Всем было, кому интересно, полезно, ставьте палец вверх. Кому не интересно, бесполезно, ставьте пальцы вниз. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик и не пропустите рецепт приготовления этого судака на углях. Будет вкусно. Класс.